Буквально накануне стало известно, что у Евгения Петросяна и Татьяны Брехуновой родилась дочь. У 78-летнего юмориста и его молодой жены родился второй ребенок. Это девочка. Юморист представил в соцсетях семейное фото, где помимо него и 4-летнего сына Вагана жена держит на руках малышку. Беременной Татьяну Брехунову никто не видел. Либо она тщательно скрывала интересное положение, либо они прибегли к другим методам. Имя девочки родители раскрывать не стали. При этом Брехунова трогательно написала в соцсетях: «Мои счастливые 35». Напомним, сына Вагана Петросян и Брехунова родили в 2020 году. С тех пор поклонники судачат, что мальчика звездным родителям выносил суррогатная мать. Однако официально юморист и его супруга информацию не подтвердили. Напомним также, у Петросяна есть 55-летняя дочь Викторина от первого брака.